Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Антон Федорченко, и с вами опять рубрика «То, чем я пользуюсь и где это можно купить». Ну что, давайте начинать. Поехали! Что, ребята, сегодня я вам расскажу про аксессуар для фотографов, видеографов и для меня в том числе, который мне поможет зимой, так как у нас уже зима близко, и многие фотографы и видеографы думают, какие же перчатки использовать для того, чтобы было удобно фотографировать и снимать видеоролики. Так вот, я в интернете нашел очень вообще крутые перчатки от бренда PGTech. Вот такие вот перчаточки размера L для зимы, осени, весны, когда рукам еще холодно. В общем, вот такая вот коробочка, здесь написано Glovers, Photographic Glovers, фотографические перчатки. И вот такая вот беленькая коробочка с приятным и классным дизайном. Так что давайте смотреть, что же там внутри за перчатки. Открываем, у нас здесь перчаточки, здесь у нас информация. Вот такая вот документалистика. И здесь вот такие вот в пакетике перчаточки. Достаем и смотрим, что же это за перчатки. Вот такие вот перчаточки. Я сейчас отсоединю одну и покажу вам одну поближе. Вот такая вот перчатка. Левая. И вот такая вот перчатка правая. Суть в том, что данная перчатка очень теплая, водоотталкивающая, и здесь в ней есть очень много интересных функций. Так, ну помимо того, что это резинка, давайте я сразу сейчас размер L на свою руку натяну. Натянула перчатку. Вот, видите, вот такая вот перчаточка. И здесь очень классно, что для тех, кто как раз-таки снимает, можно вот эти вот пальчики с кнопочками снять. Вот видите, вот так вот три пальца можно зацепить. И тем самым, когда вы берете фотоаппарат, у вас будет кнопочка для нажатия и удобный хват. Тем самым у вас эти пальцы свободны. Также и на левой перчатке все то же самое. Вот вторая перчаточка, видите, вот как это выглядит. Здесь также можно эти пальчики освободить наружу. Вот, видите, получается. Вот так это выглядит. Вот такой вот плюсик этих перчаток, что можно освободить пальчики и заниматься уже там, если вы пользуетесь там с телефоном что-то или сенсорными экранами, или просто для удобства нажимания кнопки спуска затвора фото или видеокамеры. Конечно же, плюс этого тоже, этих перчаток, в том, что специальное покрытие, которое позволяет работать с сенсором. Я вам сейчас покажу, как это работает. Я взял планшет свой, iPad mini, чтобы вам продемонстрировать, как работает вот эта перчатка на сенсорном экране. Оп, видите, сразу у меня появилось. Я введу пароль. Видите, у меня разблокировался. И я могу данными вот этими тремя пальцами. Тут вот эти пальцы не работают, а вот эти вот уже спокойнее работают. Я могу нажимать на сенсоре, что является очень удобным. Считаю, что это максимально удобно как раз таки для всех фотографов-видеографов, кто снимает зимой. Поэтому они очень теплые, я вот уже, у меня в руках очень тепло. Здесь такая приятная прорезиненная поверхность. Вот здесь вот логотипчик PGTech. Вот тут вот. И плюс, они водоотталкивающие. Это очень удобно, здорово и кайфово для работы в холодное время, в прохладное время, ну и зимой, естественно, в том числе в приморозе. Так что, блин, у меня уже руки потеют. Там тепло. Мне пришли. И прикольно, что они с доставкой из России. Доставка очень быстро, в течение 3 дней.
И вот здесь такой небольшой карабинчик, который позволяет эти площадки между собой скрепить. Что очень, очень удобно. Так что обязательно ссылку на эти перчатки всем фотографам, видеографам оставлю. Будет в описании под роликом, так что переходите, если захотите, заказывайте. И я, как всегда, буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на все мои социальные сообщества в интернете. И, конечно же, я, как всегда, с вами прощаюсь и говорю до новых встреч. Пока!